Добрый день, здравствуйте. Всем здравствуйте, всем добрый день. Надеюсь, меня слышно. Да, ну все, раз плюсики ставится, значит слышно. Так, давайте я для начала представлюсь. Меня зовут Гульнара. Я работаю в Дубае в компании Holiday Tours. Сейчас предоставлю презентацию. Так, наша компания на рынке уже более 7 лет. Офис наш находится рядом с Шарджей. Точнее, мы находимся в Шарже. Это Эмират Дубая. Так, что тут пишут? Все слышно, отлично. Так, вот тут вы можете увидеть наш адрес, также наши контакты, email, но также я указала свои контакты. После окончания вебинара я тут все напишу. И свой WhatsApp, и свой мобильный номер на дубайский мобильный номер. Также, вы, если нужно будет, можете звонить нам на WhatsApp, мы можем отвечать на звонки, но мы используем VPN. Так, что представляет из себя наша компания? Наша компания работает как на outgoing, так же на incoming. В основном наш акцент с месяца сентября по конец февраля у нас идет incoming. Мы работаем на incoming, мы принимаем туристов с таких стран. Если это страны СНГ, то это Азербайджан, Грузия, Армения тоже бывает, да. Вот, Казахстан, а также у нас бывают туристы с Африки, с Индии, с Малайзии, и с недавних пор, с прошлого года у нас открылся рынок Израиль, сейчас он у нас прям топовый. Так. А также, как мы работаем на incoming, также на outgoing. С марта месяца по сентябрь следующего года мы работаем на outgoing. Также это в основном страны СНГ более. Вот, также на... Секундочку, да, извините. Мы по Дубаю мы работаем по всем Эмиратам. Это Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хамейн и Умуль-Куэйт. Все эти регионы, мы с ними со всеми работаем, предоставляем отели. Я так как для граждан России виза в Дубай не нужна, у них on arrival, поэтому вы можете у нас запрашивать отели. Мы работаем с отелями более 20 лет. Так как до этого наш директор нашей компании был ательером, и поэтому мы со многими отелями имеем прямой доступ. Так, ну и я про нашу компанию, в общем, так рассказала, про Дубай. Мы, так как по России это в основном отели, у нас также есть туры, это сити-туры, всякие активити, которые мы можем предоставить вам, трансферы. У нас также есть свои машины, это сафари, также на своих машинах. Так. Также у нас есть Инстаграм-страничка, свой веб-сайт, и со следующей недели у нас будет своя B2B-система. Забыла сказать о самом важном, извините, я немножко волнуюсь. Вот, со следующей недели у нас будет своя готовая B2B-система, где вы можете приобрести свой логин и пароль и также смотреть отели по системе, чтобы лишний раз не писать на WhatsApp, не запрашивать отель. Вы можете зайти в свой аккаунт и смотреть отели. Там же также будут и цены на трансферы, на сити-туры и на всякие активити по Дубаю. Сейчас я перейду сюда. А что касается оплаты, по оплате вы можете, сейчас я отвечу на вопросы, так,
Открытие виз для граждан Азербайджана. Через нас можно делать? Мы, если честно, я такого еще не делали, но я обязательно уточню и напишу вам, Юлия. Да. Я думаю, можно, так как я сама с Азербайджана, и там у нас есть хорошие контакты. Я это обязательно для вас уточню. Так. Оплату вы можете делать через банк. Я обязательно сейчас оставлю свои контакты и буду рада, если вы тоже здесь оставите свои контакты. Я вам всем обязательно напишу на WhatsApp, всем отправлю нашу B2B-систему. Оплата же не проходит через наши банки. А, да, у вас сейчас проблема. Это есть такое. У нас карта азербайджанская в Баку. Поэтому вы можете попробовать, так как недавно у меня брат оттуда, то есть сделал оплату, у него проходило. Я уточню этот момент и скажу вам. Мы даем нету цену, а если это будет B2B-система, там будут все нету цены. Вы можете уже свой маркап ставить и продавать. Если вопрос об этом, мы обязательно решим этот вопрос. Я сейчас его обговорю. И да, я обязательно обговорю сейчас этот вопрос с начальством и предоставлю вам полную информацию, как вы будете делать оплату. Да, я тоже буду очень рада сотрудничеству. Да, конечно, можно. Это очень хорошее вообще предложение. Я обязательно... Я не знаю, так тут можно оставить или нет, но давайте я вам напишу свой WhatsApp-номер всем. Так. Я сейчас, ребята, вам напишу WhatsApp-номер. Так. Вот. Это мой WhatsApp-номер. Вы можете сюда все написать или плюсик поставить. Я всех запишу и всем напишу. И всем отправлю информацию. Также у меня есть скайп, если вы используете скайп. Я не знаю, используете или нет в России. Я оставлю свой скайп тоже. Запишите, пожалуйста, мой номер и буду ждать от вас сообщения. Я вам всем отправлю еще видео. Наше видео, как у нас проходит. У нас очень много бывает групп. В основном было с Африки, но сейчас с прошлого месяца возникли у них немножко проблемы с визой. Поэтому мы их не принимаем. Но у нас есть очень большие группы с Африки, с Индии и с Малайзии. Ну и с Израиля тоже бывает, конечно же. Блогеры. Я запишу вопросы. Thank you.
Да, все. Ну, моя презентация закончилась, ребята. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне на WhatsApp. Буду очень рада нашему сотрудничеству.